теперь обычный подъем на бицепс, жим лежа, ну и вся такая приятная вещь для накачки бивнерезов. Да. Занимаюсь, я качаюсь обычно босиком, хожу по дому в валенках, чтоб ступни не остывали. А вот что касается тяжелой атлетики, то надо с каблучком, и если у вас плохая гибкость, каблучок должен здесь быть повыше. У вас тогда спинка станет ровнее, сет станет лучше и все остальные параметры. Особенно вот, кто плохо приседает, у кого спина вот такая, будете вот так вот приседать, как раз ноги. То есть каблучок должен быть повыше. Специально на это я обращаю ваше внимание. Ну, остальное там гибкость, мибкость. Вот видите, я с 80-го года практически 40 лет я не поднимал штангу. И это мое будет первое занятие после всего того, как я окончил свою тяжелоатлетическую карьеру. С лучшими результатами 160 рывок, есть свидетели, Ковач, 197,5 толчок на соревнованиях. И на соревнованиях, на этих же я взял на грудь 202,5 килограмма, но толкнул не в ту степь. То есть 202 на грудь. Ну ладно. Дальше мы качаемся. То есть в тяжелой атлетике, как в скоростно-силовом виде спорта, формируется взрывная сила. Пауль Андерсон, сильнейший атлет. И тем не менее, сколько там утолкал? 190-195 примерно килограмм. А рвал еще меньше. У меня силовые результаты в два раза меньше. Если он там на 500 приседал так легко и просто, то я всего лишь навсего 255 приседал. Становая тяга 270. А тяжелоатлетические подъемы оказались у меня больше. Но ради справедливости следует заметить следующее. Раньше была техника, как сейчас поднимает Алексей Шредер. Вот такая вот. Чтоб штанга не касалась тела. Сейчас же лупят, касается. То есть техника изменилась, и за счет этого уже пошла довольно-таки значительная прибавка. Это тоже надо понимать. Ну что, дальше продолжаем. О! Хорошо меня опустошили в энергетическом плане. Подъемы штанги. Подъемы к штанге. Классические. Дальше все как обычно. Ну, это, как говорится, для души. Чтобы бивни были побольше. О, можно было кому-то там что-то там показать внешним видом. Если человек любит, вот знаете, он любит просто физическую работу, он любит напрягаться. Вот этот человек будет заниматься практически всю свою жизнь. Это ему просто нравится. Он освоил там движение, подтягивание, подъем переворота, выход силы, там, допустим, рывок там гири, толчок этих гирь.
либо тяжелоатлетические упражнения, либо же ему нравится напрягаться в становой тяге, в приседаниях, жим лежа. Он будет это и дальше делать. Вот, это только первое занятие, правда, дальше я особо и не думаю заниматься, потому что желательно другую большую штангу иметь, олимпийскую, с длинным грифом, большие блины, вот, чтобы это все получалось. Но если я продолжу примерно занятие через 5-10, у меня практически все придет в норму. Ну, за исключением, конечно, силы там. То есть техника станет еще лучше. А так я вам показал подрывы и взаимодействия. С точки зрения тяжелоатлетической науки, вот это упражнение так минимально делать, дабы там слегка укрепить локтевой сустав. А так все укрепляется и развивается за счет только вот этих вот рывка и толчка. Так, закончили это. Жим гантелей. Я всегда начинаю жать с 8-килограммовых гантелей. Разминка. Разминка, разминочка. И это упражнение с точки зрения тяжелой атлетики ненужное. Лично я, так как человек, отошедший от тяжелой атлетики, как пожилой атлет, стараюсь сделать плечи в первую очередь здоровыми, ну и во вторую очередь более-менее оформленными. Ой, вот это я натрудил свои копыты. Очень хорошо сделаны здесь замки. Раз и все. Держат. За счет вот этого. Довольно-таки сильно хорошо. На гантели 15 килограмм. О! Видите, раз защелкнулось и все. Что касается этих гантелей, то здесь надо накручивать. Открутил, накрутил. Вроде ничего особенного. Но... когда меняешь веса, появляется лень. Вот это перекручивать. А тут раз набросил. Отличные эти гантели.
Подарила мне их Марина Петрицкая с бронзовыми этими блинами по 2,5 килограмма. Чем я ей благодарен. Мариночка, благодарю за гантели. Сейчас я поднимаю на своих соках. Ну и для мужчинки, чей возраст 66 лет уже идет, подъем гантелек. Сейчас вы посмотрите и сами оцените. Перед подходом, особенно когда есть побольше, желательно настроиться, слегка себя взбодрить, мотивировать, что там с каждым дыханием прибывает сила. А потом сцепиться с весом. Итак, будь смелее, акробат. И хватит. Как говорил Неру, надо знать меру. Я уже говорил об этом и еще разок повторю. У каждого человека есть мышечные группы, и упражнения, которые обслуживают эти мышечные группы, слабыми там от природы или от того, что у него не хватает координации, либо от того, что он просто их не тренирует. Вот для меня это отжимание на брусьях. Ха! Поэтому я вот так вот отжимаюсь. Так. Только на усилия, но не на опускание. Ну, думаю, что со временем окрепну и буду делать это все правильно. Это своеобразная разминка перед жимом лежа. Такая еще прокачка, макачка. Ты подходи-ка, я думаю, хватит. Все тренажеры, которые вы тут видите, сделаны мной самим. Тогда, когда люди делали через козла гиперэкстензию, я уже сделал вот этот замечательный тренажер. Вот этот чудо-тренажер сделал я сам. Ну, естественно, вот та конструкция, на которой штанга стоит, это тоже сделал я сам. По моим чертежам, кое-где я там даже сверлил, что-то там делал. Ну, а так
доверился сварщику, чтобы он все мне подделал. Даже вот эти вот блины, даже вот эти огромные блины я сам смастерил. Ну что, не будем слишком долго что-то это. Жемлёжа и хватит. Так, жемлёжа я обычно привык начинать с 40 килограмм. Из-за того, что у меня болят плечи, я полностью не опускаю и делаю как раз дожим, там, где штанга стопорится. Начало-то у меня более-менее пролетает. И полная амплитуда движений приводит к тому, что плечи болят. А вот когда она не полная, рожать еще можно. И локти вот так вот они идут, видите, не разводятся, а вот так вот. И отсюда такая мощный жим, а не вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вымотало меня это тяжелоатлетические эти показы. А этот жим я подметил у Сарычева, как он именно жмет. Моста у меня нет, а вот как именно у него усилия идут, вот это я схватил. Очень важно самообучаться. Вот когда есть такое качество, тогда будет прогресс. Значит, ни в чем толку не будет. В любом деле надо самообучаться. А тем временем вес на штанге достигает 60 кГц. Ой, нам хватит одного котика. Поболей за меня, киска. Сорок очень легко. 60 уже чувствуется усилие. А мы ставим 70. В жемлёже я тоже не отличался какой-то там силой, хотя 180 удалось пожать. 160 сидя удалось пожать. Было дело. Маленькая проходочка в жемлёже. Вес для меня требует некого настроя. И вперед. Да. Я так изредка к нему подхожу, раз в полгода.
запятерил впервые за много-много лет. Запятерил. Ну и последний подходик сделал. С 80 пожму на 8-10 раз. И на этом закончим, да? 45. Домкрат! Вот это по-нашему! Вот это по-нашему! Домкрат! Домкратище! Домкратище, да? Есть! Пельмени сварились. Пельмешки ждут. Все, иду. Иду. А сердце прищемило. Напряжение. Вот именно тут напряжение идут в силовых видах. Которые давят на сердце. А в скорость на силовых. Рывок, толчок. Нет, такого нету. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!